Сегодня на выставке мы представляем линейку беспилотных летательных аппаратов производства компании Supercam. Это мультикоптеры, самолет самого большого размера. Здесь беспилотник на выставке размахом 4,5 метра. И вот здесь на стенде от самого маленького до конвертоплана. Из новинок это конвертоплан и основное его преимущество в вертикальном взлете и вертикальной посадке. Осенью 2018 года мы его уже показывали, но там он был в роли прототипа, можно так сказать. Сейчас это уже летающая, полностью готовая поставка системы, которая в том числе принимает участие в активном показе в Ногинске. У нас уже есть несколько твердых контрактов, и осенью мы должны будем поставить две таких системы. Мы сотрудничаем с Министерством обороны. В данный момент у нас идет с ними ОКР. В том числе они очень интересуются поставкой нашей техники, и в рамках этого сейчас мы согласовываем техническое задание для того, чтобы получить лицензию на вооружение военной техники. Бесспорно, участие в этой выставке является очень важным для нас. Мы не пропустили с 2012 года ни одной такой выставки. И несмотря на то, что сегодня только первый день, у нас уже есть не подписанные, конечно, пока контракты, но уже очень серьезный интерес и приглашение от трех заместителей губернаторов российских регионов для того, чтобы мы приехали и показали им в действии нашу технику, и они очень заинтересованы, говорят, что давайте уже коммерческие предложения, и мы ждем вас в гостях.